так, блин, на подкаст, ну, на подкаст же хотели, ну, эту тему так, оставить. Ну, так. Ну не рассказывай, как началось, ты можешь просто ответить на вопрос, как ты относишься. Да спокойно. Типа очень ровно. Я до того, как мы встретились вообще, я помню, я сидел пацанам доказывал, что типа моя, нахуй, моя женщина будет, блядь, девственница, блядь, дома сидеть, нахуй, блядь. И вообще, служанка моя, блядь, будет. А видите, сердцу не прикажешь, и любовь. И тем более, ребят, ну, это искусство. Вы должны ей спасибо сказать за то, что с вами такой красотой, блядь, делятся. Ну, вообще, на данный момент я его больше не веду. Я вела его, ну, вот как мы вместе 7 месяцев, почти уже. Я, получается, его прекратила вести где-то месяца 3 назад, так как мы съехались. Ну, все, да, теперь бизнес семейный. Да, и у меня больше нет надобности в том, чтобы копить себе, где пожить. Я же что завела? Война началась, там вот это все, денег нет, я... Вся хуйня, вот, и я осталась без работы. Вот и завела, и там родителям помогать, ну и где жить. Вот, а сейчас я в этом не нуждаюсь, так... Между прочим, очень красивые фотографии. Я за вами давно следил. Вот, на самом деле, Алишер меня очень поддерживал и говорил, что его совершенно это не смущает, но, конечно же, внутри меня это тяготило, я тоже в своей картине мира здоровой не вижу, что это то, что мне могло бы нравиться, когда у меня есть любимый мужчина, а я там, да, смотрите все, мне тоже такое не подходит, поэтому, да, меня это тяготило, и вот мы дошли до момента, когда я полностью в этом больше не нуждаюсь, поэтому пока-пока, фанс. Ну, все равно спасибо, скажите, за то, что с вами этим поделились. И теперь все, блин. Как к тебе приезжал? Не, ну если что, может, камбэкнемся туда вдвоем, но... Ну, уже на черно-оранжевый сайт, да? Ой-ой-ой. Боже, а когда Фреймдеймер к тебе приезжает, чтобы снимать подкаст? А вот сейчас мы возвращаемся из Франции, и Санечка прилетает, и мы добиваем подкаст. Мы уже сняли, 8 часов мы с ним разговаривали, но мне не очень понравилось, как версия меня, которую он выловил, потому что я на тот момент все-таки еще был алкаш жесткий, постоянно либо на похмелье, либо пьяный, блядь, такой заплывший, опухший. И я многое себе запрещал в том подкасте говорить, потому что вот про отношения мы скрывали, и вообще в целом я боялся хвастаться, ну или как, хвастаться, наверное, да, интернету, насколько у меня все пиздато. Ну почему? Ну я боюсь. Хвастаться, ты просто ж делиться. Ну давай делиться, ладно. Ребята, вспомните момент из любой катки, где вы за секунду до взрыва разминировали С4. Какой же это кайф! Еще бы скины за такой гейм получать. А у эпиков так и работает. У них на сайте есть бесплатная мини-игра по КСу. Задача — перерезать проводки на бомбе так, чтобы она не взорвалась. Выиграл — забрал приз. Кейсы, скины, промики и многое другое. Играть можно халявно, раз в час и попутно фармить победы, чтобы получать геройские кейсы. Вот наполнение кейсов всего лишь за 20 побед. И все это на халяву. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции бесплатно вместо 600 рублей. На 15-м квесте операции ты получишь перчи или тайное ВП, а на последнем 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Все это добро я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CSGO. Модных трендов, блин, уже давно, нахуй, давно отдалился. Так, а чё этот? Я вот не понимаю, донаты перестали работать? Или просто нахуй никто не дает мне свои деньги? А, ну да, вот они. Алишер, какого размера болт, который ты клал на скоростной режим на дорогах Франции? 15. А Германия, насчет Германии донат пропустил. Обязательно вернемся, мне очень понравилось. Мини-тур по Германии, пиздец. 10 городов. Что это вообще? Я так охуел, откуда в Германии столько людей. А что такое АА2? Отличный донат, блядь. Что? Что такое АА2?
Не знаю. А, это альбом Арни. О лангваге. Не буду. Ты пойдешь на концерт Окси в Дубай? Может быть. Бля, опять проебал до нас. Блин, а как можно как-то их читать? Это надо на Donation Alert зайти. Вот донат сейчас будет. Да. Куда путь держишь? Брат, во Францию катим. На романтическое путешествие. Жизнь без бухла, знаешь, полноценной, что ли, стала. Йоу! Я когда в запое находился, я был уверен, что я такой счастливый и охуенный. А когда из него вышел, посмотрел, типа, со стороны, понял, насколько это хуёво. То есть, как это, когда ты в употреблении находишься, насколько все вот это обманчиво, иллюзорно, что все пиздато. Только избавившись, блин, ты осознаешь. Да вот, ей спасибо, скажите, вытащила меня с запоя нахуй. Ты сам. Да а хуя я тебя бы... просто любила. Хуй я бы сам вышел. Нужна была... Нужен был смысл, мотивация. Ой, как был донат, тебе говорят, как выйти из депрессии? Ебать. Где был? Давай, расскажи. Блин, ну, депрессия, это на самом деле, это ж прям заболевание. Ну да. Тут я советовать не смогу. Но я бы не сказал, что у меня была депрессия, мне просто было каждый день хуёво. Это депрессия? Ну да. Я думаю, у нее есть диапазон, скажем так. Ну, вообще, наверное, чтобы из этой хуйни выйти, надо понять, почему ты в ней. Ну, типа, определить проблему, из-за которой все хуёво. Ее решить, и все, и ты выиграл. Довольно просто, да, звучит? Ну, как будто... Просто честно с собой попиздеть. Потому что многие себе сами не признаются в проблемах, которые у них есть. Как, например, я это делал, когда бухал каждый день и говорил, да, да я бессмертный, мне заебись, я люблю так жить. Он Лизу заебывал, говорил, смирись, привыкай, я буду всю жизнь так жить. Да, я столько, помню, проплакала, потому что, ну а что ж такому человеку типа скажешь? Он говорит, я всю жизнь буду пить. Я думаю, блядь, пойду порыдаю. Молодец. Давай я тут, я хочу рассказать, как это получилось, переломный момент. Твоя фраза, которая разъебала меня вообще, перевернула мой взгляд на алкоголь. Да, ты пил. Я особо сначала значения этому не придавала, потому что у меня никогда в компании не было каких-то заядлых, извини, алкоголиков. Извиняю. Вот, и... Я не знала, как общаться с такими людьми. То есть я же понимаю, что это вредно. Он мне говорит, я бессмертный. Я думаю, ты дебил. Да, на всякий случай осудим, но я реально дурачок, блядь. Вот, да. И потом что-то мы были в каком-то из городов, Алишер выступал. И мы опять вернулись к этой теме. Ты опять, да, что-то говорил? Ну да. У нас не раз такая, типа... мини-ссора была насчет того, что я бухаю буду всю жизнь, да. Ну и, короче, фразу она мне кинула про то, что... Я плакать. Ну там, в одиночестве, потому что я же понимаю, что я не хочу, чтобы он думал, что я еще как-то его какими-то манипуляциями вызываю жалость. Я просто отходила, себе там прорыдывалась, и тут он меня нашел, и мы обсудили. Я говорю, что Алишер, я... Ты ложишься, и просыпаюсь. Боже, ты ложишься, и мы просыпаемся, и я не слышу твоего настоящего дыхания. Я не слышу, как ты пахнешь. А он еще вкусно пахнет. Просто чтобы вы понимали, я вот иногда бывает, мы рядом лежим, она выдыхает, и я просто занюхиваю эту хуйню. Я обожаю, ну вообще, когда вы влюбитесь, вы поймете эту хуйню, запах любимого человека, но это пиздец. И вот, и когда она мне сказала, что я типа дашь твое дыхание, ну типа не чувствую, вот я на этом моменте такой, блядь, хватит. И все, и вот с тех пор дышу на нее без спирта. Я на сцену пошел, не выпил ничего не. Первый трезвый концерт в моей жизни случился, да. Я так заценила, я помню, я тогда, приятно было очень.
Представляете, да, ребята, сила слова, ебаный в рот. Там еще Дашер пишет. Видишь, как фраза может человека из запоя вытащить, прикинь. Так я, вот, кстати, алкоголизм, интересно, это все-таки на физическом уровне или нет? Потому что я бы не сказал, что меня ломало или ломает. Ну, ты типа, просто привык так. Да, просто поднимаем железки нахуй. Кстати, хочу, блядь, жаловаться. Ой, тут что-то, да. Я перебила? Блин, опять что-то не так. Мы опять слетели, да? Видимо, да. Сейчас. А, это просто сеть очень да. Низкая вообще в целом. Ну, сейчас, я думаю, появится. Ну, ладно. Короче, жаловаться хочу. Во-первых, day pass, ну, типа, как это, одноразовое посещение да. в зале стоит 45 евро, нахуй. Это в рублях 5 тысяч рублей сейчас, если что. Одноразовое, 5 тысяч рублей, блядь. И, ну, я там, ладно, я заплатил, потому что, занимаюсь там, пыхчу вот так вот. Да, сука! И ко мне подходит администратор, говорит: «Ё-май, too much noise, ч-ч-ч». Я такой, типа, окей. Пиздец, даже в зале нельзя в Европе эмоции свои выражать. Вот. Прости, я тебя не слушала, если ты обращалась ко мне. Мне просто Ашер пишет, что я читала донаты. О, написал. А, это мой братик, да-да-да. Пропускать не будем. Одну палочку. Мне тоже. Вау. Привет. Со времен ММД. Блин. Круто, что такие есть. Это вообще, это... Я в ахуе. Вот о том, что я... Так, сейчас сразу на донат отвечу. Про The Baby Fit. Это, возможно, все, ребята, как вы понимаете. Возможно, все, но, ну, типа, пока не хочется в этом направлении двигаться, так скажем. Да, и еще один донат мы пропустили. У тебя спрашивают, будет ли Тбилиси в Грузии. Очень надеюсь, что да. Пока у меня никакой инфы, поэтому нет. Но очень надеюсь. Хотелось бы, никогда не был в Грузии, хотелось бы очень посмотреть, попить вина домашнего. И вообще, мне нравится, как двигается Грузия очень. Такая прям... прогрессивная страна. Ой, я не была, но там говорят очень классно и очень вкусно. Ой, да, в Ницце, ребята, если вдруг собираетесь, в Ницце. Море волшебное, я такого не видела в жизни. Но еда какая хуёвая просто. Море волшебное. Но море, да, лазурный берег очень красивый. Ну вау, ну круто, только ради этого как будто бы стоит, правда круто. Море как будто не настоящее, прям да, ну такое, да, покрасили нахуй. На постпродакшене. Смотри. Но еда просто, ребята, боже мой, какая отвратительная. Я вот там еще... Да, натравился. Концерт. Да, концерт неделю назад был. Может, увидели, гуляли там видосики, как я на сцене блюю. Он же не шутил, ему реально плохо было. Да, я словил... Возможно... Тепловой и солнечный. Да, я словил и солнечный удар. Казалось бы, после Дубая, я думал, я вообще к солнцу не восприимчив. Мы еще обсуждали с тобой. Да, но здесь оно какое-то другое. Дубай сейчас на улице. Ну, я на сцену вместо бокала виски взял с собой ведро мусорное, поставил его по центру сцены и все, и ждал момента. И потом как подошло, я как нахуярил. Расскажи про то, что ты лишился одного жителя в своем роду. О! Да, и у меня недавно выпал зуб, ребят. Мне 25 лет, у меня выпал зуб. Мы ходили в ресторанчик, кушали там. Да, ресторанчик прекрасный. Ресторой, это вообще, это отдельного, я думаю, достойно какого-то. Когда они рекламу купят, например. Да, я бы снял про них видос. Ну вот, я там жую конфету с карамелькой. И карамелька очень твердая, ну прям не раскусывается. Я думаю, ну, наверное, надо ее порассасывать. Так, сосуд. Не уменьшается. Достаю. Достал зуб, блядь. Просто мне 25, у меня зуб выпал. Ёбаный в рот. Виниры, но обычно на виниры дают срок годности 10 лет. А тут прошло 2 года. И я на моменте задумался, ёбаный в рот. Это же. А если у меня сейчас все они высыпятся, я же останусь как Скруджи с этими спиленными.
зубами, как акула. Просто фотка гуляла там, где когда виниры спиливаешь, зубки под очень маленькие. А, я видела, они такие. Да, и просто акула буду, пираньи 3D, блядь. Какую-то шутку, которую у нас есть, помнишь, там, где я? О, прекрасная. Вот, но сразу хочу в защиту своего стоматолога сказать. Во-первых, он сделал мне великолепно красивые виниры, вы посмотрите на них, смотрите. Они, это как будто настоящие прекрасные зубы. Никакой вот этот унитаз, как любит наш шоу-бизнес, да, посмотрите на них. А? Прекрасные просто зубы. И у меня есть такая тема, как бруксизм, я скреплю во сне зубами, вот так туда-сюда делаю. И мне надо было в капе спать, а я не спал никогда. Потому что, ну, блядь, ну как спать, когда у тебя во рту резинка? Вот и получил. Сейчас, видимо, в капе буду спать. Mm-hmm. Пиздец, мы в пробке стоим между городами. Ебать, ну какого хуя? Долго еще? Еще 6,5 часов. Ой, почти 6,6. Да. 6,5 часов до Парижа. О, какой ужас. Да, красивые зубки я бы выбила. Ну да, ну 5 лямов долларов. И я готов. Да, сейчас остановимся. Ну, я не могу терпеть еще хотя бы 20 часов, если что. Ну, например, если срочно, мы можем прям в кусты куда-нибудь нахуярить. Не, я могу потерпеть еще. Ну, все, сейчас тогда ближайшую заправочку. Начну ныть через час. Окей, договорились. Я тогда это яблоко откушу нахуй, да? Есть еще одно. Желтенькое. Заебись. Почему соседний поток едет намного быстрее, чем мы? Ну, конечно, я перестроился, и тот начал ехать быстрее, сука. Когда фит с Миланой Хаметовой? Донат. Кто там? Девочка маленькая, тиктокер. Поет. Это не который? От пути, не пути. Да? Да, это она. Одна из. Они обе Миланы. Что, это же дочь Гагунского, да? Дочь этого Кузи из универа. Нет, это другая Милана. Это Милана другая. Стар. Они же две Миланы на фете. Две Миланы в домике. Милана. Я вам хочу сказать, что когда «От пути не путю» гремел, мы с Лимбой хотели делать ремикс вместе с ними, с девочками этими. Угу. Но они отказались, потому что я иноагент, ебать. Понятно. Ебаный иноагент. Ну ничего. Ну ничего, ну... Не, знаешь, не жалуюсь. Так, читаю донат. Алишер, был у тебя на концертах в Харькове и в Таллине. Лучшие концерты в моей жизни. Каждый раз гнал через полстраны к базаришь. Тебе. Сейчас в Финке живу. Хотела узнать, будет ли концерт в Хельсинках. Господа, все актуальные концерты у меня висят в профиле Инсты. Поэтому можете не спрашивать, я сам не знаю. Это ж как работает. Если организаторы в Хельсинках увидят Моргенштерна, увидят, сколько он собирает народу, и захотят провести концерт, они звонят мне, моему концертнику, дают денег, и мы летим. Вот так это происходит, ребят. Мы сами не сидим, не выбираем, ой, так, давайте концерт там, там, там. Где купят, там и будем выступать. А насчет концерта, вот в Харькове, я помню концерт в Харькове, это просто один из лучших концертов в жизни был. Вообще, тур по Украине, это, наверное, лучшие концерты в моей жизни были. Ну, одни из точно. Потому что прям фанаты прям сумасшедшие там. Пиздец, отдаются. Одно счастье. Ну, дай бог однажды. Еще раз сделаем турчик. Алишер, покажи видео от первого лица. Ну, как бы, как это вам сделать? А, смотри. Так. Я смастерила штучку. Как вам такой стрим? А? Сейчас по-любому в ДТП попадем. Это же какой-то наш регистратор. Регистратор, да. Сейчас, что-то не фокусится. Да у нас фокус же. Вот на торпедус. Ну. А, все, вот. Оп, ребята. Вот это дорожный стрим. Вот было бы классно, если бы сразу две камеры можно было показывать. Но, увы. Говорят, шашку дай. Не, ну тут мы в пробке. Ну и тем более, ребят, ну, знаете, когда появляется, ну, семья, ты уже не рискуешь так, как раньше.
Потому что ответственность уже не только за себя, а еще за любимого человека, за ваших будущих детишек. Понимаете? Я не могу рисковать. Ликс. Стример? Как ты к нему относишься? Все нормально. Ну, типа, блядь, я вообще не понимаю, как на такие вопросы отвечать. Как ты относишься к тому-то, тому-то? Блядь, нормально. Ну, типа. Блядь, я живу по твоим трекам. Твои треки — это моя жизнь. Может, у тебя не так наверное, много, только там мат. Прослушивание. Но Кизару в треках не моя жизнь. Твои треки — моя жизнь, реально. Спасибо. Знаешь, на вкус и цвет. Где Милохин? Дома, в Дубае. Ребеночек наш. Как будут фиты с актуальными западными артистами? Я думала, телефон. Читаешь, да? Ты ответишь на этот вопрос? Это уже следующий, на предыдущий ответ. Блядь, сейчас предыдущий. Короче, ближайшее время пока ничего не планирую из западных артистов. Хотя нет, одна темка есть, но давайте об этом пока не будем. Ладно? Договорились? Да, там есть очень интересная история. Так, а там сейчас там еще один был донат. Да, Алишер, были ли привет. Проблемы? Сейчас. У тебя были раньше проблемы с либидо, как ты их решал? Да. Были проблемы с либидо. Но вообще проблемы с либидо, они из-за чего? Из-за того, что тестостерона мало. А тестостерона мало, когда ты недоволен собой, например. Когда вот ты чувствуешь, что ты лох ебаный. Ой, блядь. Тогда и либидо падает. Значит, твоя самооценка падает, и хуй падает пропорционально ей. Поэтому да, надо просто... Ну что? Расслабиться. Хороший совет. Поверить в себя. Хороший совет. В свой член. Хороший совет. Ну. Ну, вообще, да, не переживайте за пенис. Просто вот, например, поделюсь. Когда у меня была первая самая девушка, я не мог лишить ее девственности полгода. У меня из-за волнения и переживаний не полгода просто у меня не вставал хуй, ребята. Ну, а сейчас посмотрите на меня. Ну, могу ебаться. Поэтому вы не переживайте, все это временно и все это проходит. Нужно лишь верить в себя и свой пенис. Был донат. Когда да. Шансон трек, на который снимался клип в Узбекистане? Скоро. Скоро, ребята. Вы расслабьтесь пока. Последние деньки лета же, боже мой, проведите их отлично. Ты будешь отращивать волосы? С кайфом. Вот сейчас, кстати, поэтому и не бреюсь. Интересно, что будет вообще. Мне кажется, я такой смешной кучеряш буду. Салам алейкум, Мацуфы. Как успехи салам. В творчестве? Какие ближайшие планы? Выступления? Да хуй его знает. Какие планы? Нет планов. Жить, ребят. Вот такой план сейчас. Сейчас не планируем далеко. Сейчас это бесполезно. Он рубль, доллар 100 рублей, нахуй. Какие планы, блядь, здесь могут быть? Просто живем по обстоятельствам и все. Будут ли у тебя еще треки этим летом? Не знаю. На самом деле треков много, проектов много. Но все ждут своего часика, понимаете? Алишер. Мы больше не спешим жить. Что, дорогая? Алишер, у тебя есть лучший друг? Если есть, то кто это? Ну, лучший, прям лучший один, нет, такого не выделю. А давай я отвечу пафосно. Я. А он мой. Лиза мой друг, ребята, представляете? Женщина может быть лучшим другом. Женщина может быть другом. Вообще женщины могут оказаться. Я больше не женоненавистник. Я больше не сексист. На данный момент вы живете. Хватает ли на все для комфортной жизни? Слушайте, ну потихонечку, помаленечку. Как бы вашими молитвами сказать. Верой и правдой. Хватает. Я думаю, я поподробнее
кстати, сейчас я бы поставил заряжаться телефончик. Ага. Чуть-чуть. Сейчас? Сделаешь? Сделаешь? Да. О, нихуя себе. Ну все, закурим, ну все. Old fuck detected. Очень приятно. И я даже я помню эту песню. Ведь мы так молоды, братан. Знаешь, сделал, ну косвенно сделал все. Да, косвенно сделал все. И что-то говорил и забыл, блин. Ну и ладно. А, вот, чуть поподробнее, я думаю, с Санечкой мы поговорим о том, как сейчас с денежками и так далее. Пусть это, пусть на подкасте к тему это оставим. А тебя спрашивают, что за стики ты куришь, а другой спрашивает, когда бросишь курить. Блин, это, короче, это пиздец находка. В Чехии. Да, такие только в Праге продаются, это с кнопочкой. Они так просто, ой, так они просто табачные, а если кнопочку лопаешь, они с арбузом, прикиньте. Арбузный айкос, это пиздец. Тоже вот ты открыла для меня эти стики, дорогая, спасибо. Сначала не хотел пробовать. Вот, а бросать, блин, да не знаю. Мы уже говорили об этом. Говорили об этом. Я просто не чувствую сильного влияния на свой организм от этой темы. Ну и он, я со стороны, и он говорил, очень любит во время музыки, он курит, да, пока записывается. Почему-то всегда, когда занимаешься какой-то творческой деятельностью, очень хочется курить. И когда какаешь? И, ну, когда какаешь с утра, кофе, сигаретка, без этого вообще день не начинается. Ой, какая прекрасная песня. Вот. Но я думаю, надо бросать. Все-таки вредная эта штука, да, курение. Я думаю, да. Не приспособлен ведь человеческий организм дым вдыхать. Его же не для этого Бог делал, блядь, не чтобы дым вдыхать. Когда постареешь, тогда начнешь чувствовать влияние на организм. Старение. Так обсуждали. Уже вот зубы выпадают, сука. Ницы такие красивые вообще люди, так ну, круто выглядят, и тоже старичков много. И он смотрел и такой, блин, как не хочется стареть. Не хочется. Вы прикиньте, ну вот пацаны, с вами, к вам обращаюсь. Однажды нам с вами будет даже поссать тяжело, представляете? Страшно об этом думать. Почему они называют тебя Шрек усатый? Шрек усатый? Он Фиона, принцесса. Я дракон ебать, я осел ебать. Ты не осел. Когда мы приедем? А, кстати, карта не работает. Включи на всякий случай. Вейс включился. В клипе пойдет. Ты шлепнул другую женщину, когда был в отношениях с Лизой. Объясняй. Кстати, был диалог. Да? Ты же мне тогда писал? Писал. Он мне тогда написал. Ну что, ребят, понимаете, ради искусства. Он мне тогда написал. Кстати, было очень приятно. Он был в Таиланде, они снимали клип. Бэкстейдж рэперской жизни. И он такой, Лиз, там типа, ну, мы для клипа там девчонок берем там туда-сюда. Повзаимодействовать надо с ними. Да, ты как смотришь на то, если я там буду с ним взаимодействовать, там потрогаю или шлепну? Я говорю, слушай, ну я на данный момент в своей жизни думаю о том, что я стану режиссером. Вот у меня скоро курсы во Флоренции. Вот. И со стороны творчества я смотрю на это ну, чисто вот так, что если надо, чтобы это было в клипе, я поддержу, это же только картинка, это же нереальная жизнь. Тем более, если для кадра это будет сочно круто, я только за. Ну, я ему примерно так и ответила, и он сказал, что я самая лучшая на свете. Ты, взрослые отношения, ребята. Ну, я ему доверяю. Взрослые, серьезные, нахуй. И он ни разу не замылил, скажем так, мое доверие и отношение к нему за все это время, пока мы вместе. Поэтому я вообще не переживаю. Прекрасный человек рядом. Донатик был. Да. Так, погнали. Ой, длинный, да? Так, это я читала? Нет, это я все читала. По улицам в самом... Да, первый. По улицам в Нью-Йорке голышом... А, я на это ответил. Ага. Алишер, ты как-то рассказывал, что разошлись с друзьями из Уфы. Насколько я помню, они не особо хотели расти с тобой. Что можешь посоветовать для поиска новых горящих типов? Как найти реальных кентов?
Да, опять же, ничего не надо искать, если просто занимаешься своим делом любимым, ты в любом случае так или иначе будешь контактировать с людьми, которые также обожают это дело. И все, и вот на почве общих интересов вы становитесь ебать что за кентами. Ну вот, например, все мои новые недалекие близкие, да, так сказать, мы все горим одним общим делом, и это сплочает и объединяет, что пиздец. И никого искать не надо, просто делай нахуй, просто делай, и ты обрастешь и людьми, и бабками, и, блядь, счастье в любови, серия хуйни. Вообще в этой жизни единственное, что нужно искать, это только партнера на Твинби. Все, больше ничего искать не надо. Если да, блин, вот этот лайфхак, сука, какой раз убеждаюсь, что если ты просто живешь в кайф, все остальное само прилетает. Ты даже не замечаешь, откуда. А там пописить скоро должно быть. Может, перестанусь? Да. Скоро пописить должно быть. А если Лиза кого-то шлепнет? Ради кадра? Ну. Я не против. А в жизни? Например, руку в жопу кому-то сунуть. Да, у нас. Я не знаю, откуда у меня это взялось. Наверное, что-то в детстве посмотрела, какой-то фильм. И там, по-моему, с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном был фильм «Дедушка легкого поведения» или что-то вроде того. И он там пихал большой палец в жопу, типа, и говорил «Джамбо». И я это запомнила, и мне-то как-то это приглянулось. И я хожу и всем пацанам в жопу. Моим пацанам в жопу пальцы тыкают. Ну, потом я как мужчина взял, поговорил, дорогая. Ну, пожалуйста, только мне, только в мою жопу лезь, хорошо? Конечно, я согласилась. Да. Зачем мне другие? Так, ответ нам нужен. Я скучаю по тебе, безумец, от Гориллы. Ой, Даня, здравствуйте. Надеюсь, у вас все хорошо сейчас. Ну, как я наблюдаю, у вас все хорошо. Данила Горилла, ждем в Дубае. Там баню открыли, кстати, в Дубане. В Дубане, блядь, в Дубае баню открыли. И она неплохая, поэтому прилетайте. Они так рады, что ты ответил на это. На что? На Гориллу. В Дубане. Когда еще? Стамбул не знаю, но в Турции у нас каждый месяц концерт. Вот в этом месяце, кстати. Да, в этом месяце тоже будет, по-моему, 27 августа. В инсте ссылочка есть на все концерты. Вот. И в сентябре мы тоже будем в Турции, в Кемере играть. Тебе просят поправить, у нас категория... Общение, да. Все четко, все правильно. У нас же общение. А, на стриме, типа. А сейчас бы ты писать поправишь, да? Или ты тут? А, там салфетка. А, блядь. А, это, да, это все, это защита от солнца. Перегревание. Айфончик греется, ребята. И тоже блевать потом будет. Кстати, это первый мой концерт был в Ницце. Первый концерт, на котором мне было хуёво. Я просто много историй слышал, как там артисты выходят прям чуть ли не при смерти на сцену, ну, при смерти в GTA RP, конечно. Альтишер, хочешь ли ты заводить наследников? Детишек? Наверное, конечно, да. Конечно, нахуй. Через годик, да? Нет. Ладно. Как бог даст, ребята. Но, конечно, наследник будет 100%. Наследный принц Моргенштерн, блядь. Почему тебя в Израиле отменили концерт? Там площадка, на которой мы должны были выступать, сгорела нахуй. Тоже божий промысел, наверное. Ну вот, площадка сгорела, пока его что-то на неопределенную дату перенесли. Непонятно сейчас, что да как. Будем держать в курсе, дорогие друзья.